Проект «Маршрут безопасности в крае и в Сочи» реализуется не первый год. Он был создан с целью создания в городе единого антинаркотического пространства. Для юношей и девушек организовали выставку. Стенды рассказали о молодежных клубах и объединениях города, местах, где с пользой для здоровья можно провести досуг. В работе консультативного пункта приняли участие также специалисты наркодиспансера, Центра медпрофилактики и службы наркоконтроля. Молодежи рассказали о вреде курения, употреблении алкоголя и наркотиков. А сотрудники психолога-медика социального центра для всех желающих провели компьютерное тестирование по стрессоустойчивости. Не каждый молодой человек может пойти сам в центр медпрофилактики, просто записаться в клуб. А здесь мы приходим в учебное заведение. Рассказывают о работе этих клубов также и воспитанники, их сверстники. То есть идет прямой диалог и нет никакого барьера. Как рассказали специалисты управления молодежной политики, организация таких мероприятий дает свои плоды. Количество желающих записаться в молодежные клубы увеличивается.